У нас у некоторых пациентов бывает невыражена нижняя челюсть, нет угла четкого, красивого, и латерализация лица подразумевает как бы растяжение тканей к уху. Это достигается разными способами. Это можно сделать с помощью волюметрической коррекции, когда мы заполняем ушную область. Мы можем провести увеличение скул, что тоже будет красиво. Мы можем сделать углы Джоли,